Добрый день, Татьяна Георгиевна. Добрый день, Дмитрий Иванович, очень приятно. Вот в семье индоевропейских языков армянский язык стоит особняком. И часто бывает так, что армян можно встретить в совершенно ну, далеких странах от Родины. И это облегчает общение людей из Армении. Совершенно с вами согласна. Да, да. при встрече с да. соотечественниками им не надо знать язык страны, потому как в лице своего соотечественника есть надежный переводчик и человек, помогающий решать коммуникационные проблемы, житейские, бытовые проблемы. Вот на ваш взгляд, если отстраниться от научной стороны дела и вспомнить э, опыт жизни. В чем уникальность армянского языка? Ну, вы знаете, я бы даже не стала отстраняться от научной стороны жизни, потому что я считаю, что наука всегда близка к жизни. А если она не близка к жизни, то это не совсем уже наука. Она всегда должна иметь прикладный аспект. Что касается особого статуса армянского языка, совершенно с вами согласна, потому что, во-первых, это один из древнейших языков. А, Но ну, взять только вообще то количество рукописей, которые хранится у вас в этом знаменитом музее Матодонада Даран, и ähm количество исторических документов на армянском, на древнеармянском языке. Мне повезло, я... Это мой первый приезд в Армению, но мне повезло то, что у меня было время, чтобы увидеть какие-то достопримечательности Армении до того, как я стала читать лекции в университете. И мне как раз вот рассказали, что огромное количество этих документов хранится не только в знаменитом это этаданаране, но и в в тотевском монастыре. И вот это отношение трепетное армянского народа с самого начала своего существования к Слову. А мы все помним, что Библия начинается с чего? со словом вначале было слово, слово конечно мне кажется вот это один из секретов притягательности армянской культуры притягательности армянского языка и э, но это залог очень хорошего будущего для армянского языка потому что мне кажется что это стимулирует интерес к изучению армянского языка. Ну, вы впервые в Армении, но наверняка в вашем окружении, возможно, ближайшем, да, да, есть армяне. Да, 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 вот, да. А... Более того, извините, я вас прерываю, но я хочу сказать, что наш факультет а, иностранных языков и регионоведения Московского университета был создан в 1991 году «Армянкой» знаменитой армянкой в России Светланой Григорьевной Терминасовой. И как мне известно, вот эта приставка Тер очень почетная для армянских фамилий. Светлана Григорьевна очень уважаемый человек, и она, конечно, не просто создала этот факультет, а фактически разработала вот эту новую концепцию, когда вы изучаете не просто иностранный язык. У нас сначала был просто факультет иностранного языка. Но вы изучаете и культуру, вы изучаете регион, потому что это неразделимые понятия, абсолютно. И а, кроме нее, конечно, а, в Московском университете существует ассоциация преподавателей-студентов армян. Огромное количество и среди знакомых, друзей. И я бы сказала, что это самый позитивный опыт общения. Приятно слышать. А ваши лекции как-то, они, может быть, выходят за рамки шаблонов? Может быть, они имеют какую-то специфику того, что вы преподаете в филиале в Армении? Или вы читаете лекции базовой программы? А вы знаете, я впервые тоже оказалась в филиале Армении, в филиале Московского университета в Армении. Мне очень приятно было познакомиться и с преподавательским составом, и с организацией учебного процесса. Он на высоте и, конечно, мне кажется, что при грамотной организации рекламного процесса будет все больше и больше студентов, потому что на самом деле с точки зрения даже языка а, там очень большие возможности. Это русский, это английский, конечно, и это, конечно, из вкупе с изучением национальной культуры и армянского. Это может быть очень привлекательным. И как вот человек, который по первой специальности англист мне кажется, что можно еще развиваться в таком направлении, которое подсказано и, кстати, деятельностью вот канала Спутник ассоциации, которое подсказано тем, что сейчас происходит в мировом информационном пространстве. Мы понимаем, что независимо от нашего желания в мировом информационном пространстве все-таки э, доминирует английский. Как прореагировали национальные СМИ, национальные? Э, э, Организации, которые призваны распространять национальный язык и культуру. Созданием информационных агентств а, на английском языке, но во всех а, так называемых mission statements, то есть программных заявлениях, говорится о том, что та же Al Jazeera, Chinese Central Television, а, France 24, спутник России, ми, Russia Today. Миссия состоит в том, чтобы показывать события в мире... Хотя на английском, но с точки зрения определенного языка и культуры и способствовать возра появлению интереса к определенной культуре. Мне кажется, вот в этом плане большой потенциал у тех студентов, которые научатся на специальности журналистика в филиале Мгу в, в университете в Ереване. Ну а какая-то специфика армянская присутствует, вы обращаете, акцентируете в своих конечно. лекциях. Конечно. Ну, специфика... Я читаю лекции, курс, который является базовым курсом, и он, в принципе, нужен для студентов всех гуманитарных специальностей. Он стал популярен в последнее время, он называется Межкультурная коммуникация. Ну что, может быть, ближе еще к изучению проблем культур, как межкультурная коммуникация? И, конечно... Даже при общении со студентами, понимая, что, конечно, есть определенная специфика и в манере поведения, и в общении. И самое положительное впечатление ⁇ очень открытые, дружелюбные студенты. Но ну, я позволила себе провести такой эксперимент, как вот ⁇ лингвист-филолог ⁇ который я всегда провожу в разных странах со студентами. Я поскольку еще пока не выучила армянский язык, кроме бары в и мерси, потому что слово спасибо на армянском я еще пока не выучила. Мне дается сложно. Но я попросила, я прошу обычно студентов прочитать известные стихи на родном языке. И вот это звучание... Вы знаете, они все, они все читали эти стихи совершенно замечательно. И вот это вот звучание, красивая звуковая оболочка армянского языка, они, по-моему, читали, Хаястан, Хайястана, это я же запомнила. Не, Шайастан, да, и, да, да, это да, это да, известное да, произведение. да, да. И, конечно, это, тоже один из потенциалов, одно из возможных направлений развития, которое будет способствовать повышению интереса к армянскому языку. Конечно, филиал Московского университета предполагает некоторое, ну, не то что копирование, но эм, повторение программ. У нас учится много англоязычных иностранцев. И мне кажется, что им... Вот, просто я веду курсы у англоязычных иностранцев. В Москве. Москве. У американцев. Там, там есть и итальянцы, американцы, американцы. Они приезжают, и, и идет преподавание на английском. Я сто процентов знаю, что им очень было бы интересно приехать в Армению, в ереванский филиал. Хотя бы сначала, хотя бы на неделю, на две. И вот это вот погружение, хотя бы быстрое, в армянскую культуру очень способствовало бы интересу. Развитие. Да, действительно, если так обратить внимание, армянский язык, он не имеет родственных языков, он сам по себе. Алфавит тоже отличается. Да, памятник не... алфавиту. Пам... Видели, да. да, чудный. И говоря о вкладе... Месрок Маштоц. Чудный. О роли э, и развитии э, науки, лингвистики армян. Ну, кстати, отмечу такой момент, э, что армяне, которые разбросаны по всему э, миру и почти в два раза превышают да. за рубежом количество проживающих, чем самой Армении практически везде они быстро адаптируются в среду, изучают э, язык страны, но при этом не теряют э, с, э, свои языковые корни, знания своего корни, родного да. языка. И это передается да. из поколения в поколение, даже в тех случаях, когда э, уже люди рождаются на территории да. другой страны, за пределами Армении. Например, да, э, да. два таких примера: Франция, да, там, например, угу. там тоже языка, э, язык сохраняется. Не говорю там Ливан. Даже Абхазия, ну вот тоже. И в этой связи такое интересное наблюдение, могу сказать. Во время работы в Таджикистане я попросил своего сотрудника при... дать мне принести самоучитель. Uh -huh. uh -huh. Таджикского uh -huh. языка. Да. Uh -huh. И составитель был Арзуманов. Ну вот видите, да, пример действительно погружения в культуру. Но это уникально это, уника, это, мне кажется, не только в развитии лингвистики, но и в развитии общего такого отношения культуры, потому что как вот специалист по межкультурной коммуникации я могу сказать, что вот то, о чем вы сейчас говорили, вот это сильнейшая армянская диаспора которая превышает почти в три раза, да, сколько? 10 два. Ми... В, в, два два. Раз, в два раза превышает население Армении, а она демонстрирует то, что мы называем центр свойство культуры, то есть та культура, которая не забывает никогда о своих корнях. А, существуют другие культуры, которые, при, представители которых при иммиграции в других странах ведут себя с точностью да наоборот. То есть они интегрируются, а следующее поколение, дети, они уже не говорят на родном языке, они забывают, и это считается нормальным. Прекрасно, вы приехали в Америку, адаптировались, зачем вам что-то помнить лучше, быстрее адаптироваться и стать успешным в стране, в которой вы уже живете. С а, армянской культурой это совершенно не так, и в этом сила. И вот здесь я хочу привести цитату, которую я видела э, во время экскурсии в музее историческом здесь, как раз в зале, посвященном трагическим событиям 2015 -го года. Э, я точно, к сожалению, не помню. Туманян, по-моему, чья это кто это сказал, но это было написано там на английском. Было написано: "You can torture Armenian body, but you can never kill Armenian soul." Вы можете издеваться над телом Армении, но вы никогда не уничтожите армянскую душу, душу армян, душу народу. И эм, в принципе это ключ, конечно, к пониманию. Есть стремление. и это заложено в армянском языке опять таки я к сожалению пока его еще не освоила может быть хоть придется наверное но мои студенты когда мы сегодня обещ... обсуждали категорию времени в разных культурах они сказали что в армянском языке очень тесная связь с прошлым я не знаю, как это грамматически выражено. Они мне объясняли, что э, очень тесно. Вы можете, вы то, что происходит пере, в настоящем, вы с помощью языка очень тесно увязываете с прошлым, что это присутствует даже в языке. Ну, то, что э, вы его хотите освоить, это э, приятно слышать, но отмечу. Такой аспект, как человек, не являющийся армянином, те э, люди, которые не принадлежат армянской национальности, но родились, выросли или, может быть, просто большую часть своей жизни провели в Армении, они... Э, волей-неволей, как-то это само собой получается, они непременно все знают армянский язык. И бывает так, что мы вот общаемся тоже так на армянском, потому что это какая-то такая сложившаяся данность. Если там, скажем, в других странах постсоветского периода, да, после развала Союза, там не обязательно знать национальный язык и проживать в этой стороне, достаточно знать русский, то здесь как-то вот так получалось, что знание армянского, оно приходило само собой. Это язык, среды, данности и просто было интересно. А более того, могу рассказать случай, что как вот фу, язык до грозного доведет mm -hmm. даже. Да? Mm -hmm. Я повстречал в Чечне человека, который военный, который какое-то время его роди отец служил э в Армении, и он с родителями жил в Кировакане сейчас этого надзор, посещал mm -hmm. школу. И мы как-то разговаривали с ним, между прочим, и он спел песню на армянском языке, и достаточно на таком примитивном уровне, но все-таки ключевые uh -huh. какие-то фразы знал. Вот говоря об этом аспекте, вам какая-то аналогия, аналогия понятна, да. вот потому что вот нац которые да. проживают да, в странах, да, они... Да. Вы знаете, аналогия какая? Как... Ну, опять относящаяся к моей первой специальности, это английский язык. Почему такое вот обсессион, просто эм, одержимость ирландской культуры? Что Ирландия вообще-то небольшая страна. Но обратите внимание, кельтские корни, кельтский язык, популярность кельтской культуры, кельтские танцы, вот эти вот самые, они, наверное, приезжали в Армению, ривер-данс, приезжали, конечно. конечно. И, и часто, но ну, не часто, но случается иногда так, что малые народы, но с очень мощными культурными корнями и с вот этим неистребимым совершенно желанием сохранить собственный язык, тем более такой уникальный, как армянский, и культуру, передать ее в следующим поколениям, притягивает как магнит представители других национальностей. Они думают, о, вот это да, это что, это секрет силы. У меня вообще Армения произвела такое впечатление, что это вот место силы. У меня здесь не болит голова, я себя хорошо чувствую, здесь замечательно, это место силы, здесь ты получаешь энергию. То же самое, мне кажется, происходит и при а, изучении армянского языка. Ты приобращаешься к какому-то мощному культурному коду. Ты становишься частью вот этого ну, пусть не родившись прямо армянином, но ты становишься все равно частью вот этого мощного сообщества, мощной диаспоры которая живет правильно, по правильным знакомым. Когда я узнала, что здесь вообще 8% разводов, я просто... У меня не было слов. Это правильная жизнь. Ну, потому что понимают, наверное, друг друга с полуслова. Что ж, спасибо за прекрасную беседу. Всего спасибо доброго. Спасибо большое вам, Дмитрий. Очень приятно было с вами побеседовать на такие замечательные темы. Спасибо.